Роблокс Алинка, и сегодня будут долгожданные, прям очень-очень долгожданные бесплатные рубаксы. Я давно не снимала такую, можно сказать, рубрику, потому что я совсем давно не снимала такие видосики про бесплатные рубаксы. И решила сегодня снять, вас порадовать бесплатными рубаксами. Ну что ж, я нашла еще один реально рабочий способ. Повторяю еще раз, я не обманщица, и не надо мне писать в комментариях, что я как бы обманщица, и это не работает. Я проверяла, может быть, вы неправильно что-то сделали, вам надо пересмотреть видео, и вы поймете, возможно, что вы не так сделали, потому что оно просто должно работать обязательно. Способ очень легкий, и если вы видите, что я прохожу такой легкий тавр для некоторых, то это только для некоторых, потому что я не очень люблю проходить сложные тавры второго в мизере. Ну что ж, могу сказать, что этот способ работает, так как я на него вывела 3 рубакса. Даже и купила ти-шорт. Да, ти-шорт. Ну, я ее не ношу, просто чтобы проверить, потому что мои мани я их всегда трачу зачем-то. Вместо того, чтобы давать игрокам плиз донат, я их сама трачу. Ну, такая уж я. Ну, мне кажется, что все просто хотят бесплатных рубаксов, и без них никак. Поэтому давайте я не буду долго медлить, и я начну способ, но обещай мне, что ты подпишешься на мой YouTube-канал, поставишь лайк и нажмешь на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Потому что я решила, что в этом году я буду снимать, в следующем год зайчика я буду снимать много бесплатных рубаксов, так как этот год связан с финансами. Мне нравятся финансы, и всем, мне кажется, хочется то ли рубаксов, поэтому подписывайся, и поэтому скоро Новый год, и, возможно, мы будем с тобой вместе этот Новый год отмечать. Если ты подпишешься, мне будет очень приятно, если же нет, то, может быть, у тебя много времени. Или даже мало времени. Ну, в общем, давай начнем. Давайте это погромче. Вот так. Заходим в Google Play. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы я прошла My Angry Boyfriend. Там очень смешно, потому что это очень смешное название. Это что-то напоминает ее бойфренда. Ну ладно. Смотрите, игра называется Roblox Lotto Run. Ой, там написала. Run, вот. И здесь вот такая вот игра на робаксы. Вы должны ее установить, но она у меня уже установлена. Поэтому я нажимаю «Играть». Нажимаем на play. И нам нужно подобрать человечков нашего цвета, чтобы стать сильнее, что. Короче, тут очень много рекламы сейчас. Ну и в конце мы должны победить большого человечка. Я нечаянно проиграла. Ну, в общем, покажу, как надо сейчас. Что-то сейчас.
Вот. Дальше мы нажимаем на next, и мы должны собрать кристаллики. Ой, сейчас. Ну так вот, у меня уже 40 кристалликов, и я нажимаю на значок Роблокса. Окей, и нам предупреждение, что мы должны выйти из игры. Я нажала окей, и вот нас переносит на вот такой вот сайтик. Сейчас загрузится. Короче, знаешь, в чем прикол? Я сейчас его... Ну, в общем, когда вы зайдете на сайт, там у меня не прогрузилось, но у вас должно прогрузиться. Там будет 100 таких рубинов, это один робукс. Всем пока.